области. Хватает. Почему места у меня хватает на видеозапись? Ой, да, вот так вот. Ой. Да. В поле. Нормально, да? Разговорчивый какой. Что, подошла? Ну, пузы наели, смотри, накормили их, они бум, вздулись. Ну что, иди, иди, тебя поглажу. Иди, иди, гавкаешь, поглажу, иди. Что-то чешется, блин. Он может, они, может, это блошки у них есть, надо будет проверять. Да, просто... у них листы. Они да нет. Нет. Может быть и есть. Да, нет, это нет, да. Это они сидят так. Сидят? Чешется. Возможно, может быть, есть эти блошки. Нет, блошки. Ну, это обработать можно. У меня есть чем обработать. Я говорю, на Авито выложить. Я думаю, разберут, поди, люди. Ну что, куда? В зиму их тоже так сейчас оставлять, они погибнут. И что, их каждый раз сюда ездить кормить? Это кошмар. И мамашки рядом нигде нету. То есть она, видно, ощенилась, сколько покормила, а они потом больше требуют. Ушла и все, их бросила на произвол судьбы. Сами, как хотите. Нет, 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 это не мамаша бросила. Это не мамаша? Нет, если ведро поставили, то процент... Ну и что, эти выкинули, да? Кошмар. Ну вот как вот можно вот так вот вообще? Да ладно, взрослая собака.